Здравствуйте, вы на канале Mirabelle from Ukraine, меня зовут Ирина, и в этом видео мы полистаем каталог Yves Rocher, который действует с 25 сентября 2023 года по 31 января 2024 года. У меня на канале есть обзор его, но как бы фото, но посмотрев видео, я заметила, что все-таки не очень крупно видно, поэтому решила записать для вас обзор, именно видеообзор. Что интересного здесь? Конечно, иногда выгоднее заказывать через сам сайт, иногда через такого рода каталоги. Первый вариант заказа от 449 гривен идет расчесочка и... Так, для волос тюбик 30 мл для ухода сухих волос. Потом уход для контура глаз за заказ от 749 гривен. Благотворный крем от морщин, риж-крем и филлер Vegetal для упругости контура. Так, тут какие цены на доставку. Следующий риж-крем, питание и интенсивное восстановление кожи. Здесь можно выбрать скидку 30, 10 или тарифная цена. Вот такие цены, коды товаров. Интенсивная коррекция всех признаков возрастных изменений. Идет серия Anti-Age Global и двухфазный ночной восстанавливающий концентрат. Цены. Также лифтинг Революция. Лифтинг Vegetal. Такие цены. Из риж-крем я... пробовала вокруг глаз средства и покупала на подарок 75 мл риж-крем, еще не знаю отзыва. Это уже серия Filler Vegetal. Ночной уход, дневной, сыворотка, концентрат от морщин и интенсивный уход от морщин для лица, шеи и декольте в объеме 75 мл. Hydra Vegetal. Из этой серии у меня был в баночке крем для комбинированной кожи. Понравился он как крем-гель хороший. Прям кожа жаждала увлажнения и впитывала его очень интенсивно. Заметьте, есть гель-крем, а есть крем для лица, поэтому все зависит от вашего типа кожи. Из новинок сыворотка интенсивное увлажнение 100 часов, точнее не сыворотка, а вот-вот крем-маска 100 часов в самом низу. Под номером 5. Это из новинок. С микроводорослями серия. Тут есть скраб, мицеллярная вода, гель для умывания, пенка, кислород. Также Pure Mente. Покупала, точнее получила пробничек в подарок. Сейчас скажу, какой. По-моему, мицеллярный гель для снятия макияжа. Тюбик маленький такой, из микроводорослями. Хороший, освежает. Но буду еще как бы пробовать. Вот такие цены. Seba Pure Vegetal. Против недостатка кожи. Недостатков. Классическая серия Нежность Pure Calmille и Pure Calendula. Пробовала Pure Camomile, вот этот Calmille. Для лица не подошел, для тела нормально. Поэтому я больше его
не приобретала. Демакияж с васильком. Экспресс демакияж с васильком. Так, так, так. Pure Blue. У меня с васильком был спрей. Почему-то нет его на сайте. Ну, понравился. Поначалу немножко с ним не подружилась. Уход за кожей волос, кожей головы и волос. Есть для укрепления, для очищения, для окрашенных волос с экстрактом мяты. Так, 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 с женьшенем. У меня давно очень были шампуни и I Love Planet, и какой-то мятный очень давно. Ну, как-то не подошли мне шампуни от Yves Rocher, сильно жирнят волосы, кожу головы, поэтому другие пока я не приобретала. Хотя вот есть для объема, для питания много новинок, мягкость. Можете посмотреть коды товаров и описание. Гели для душа. Тут они по 259 гривен. Есть дезодоранты, бальзамы для губ. Крема для рук. Жидкое мыло, молочко для тела. И уход за кожей рук. Многим нравится классический увлажняющий крем. Ну, это, как говорится, на вкус и цвет. Цена, конечно, 175 гривен за крем для рук, конечно, высоковато. По макияжу здесь разного рода туши для объема, для подкручивания, длина и уход, метаморфоза. Тон для лица, хайлайтер, румяна, для губ, для глаз. В подарок я недавно получала карандаш для бровей, но пока пользуюсь. Допользоваться решила от Avon. Хорошая, в принципе, цена на парфюмированные воды, если брать наклеечку 30% скидка, то хорошая цена на Морской Бриз, Золотая Вуаль, Просторы Бреттани, но я их не пробовала, поэтому не знаю. Зеленый чай, вишневый цвет, тоже можно взять по скидке. Ну, в одном заказе не больше определенного количества 30% и 10% это было написано в начале. Что хочу сказать, Mon Rouge Bloom in Love у меня было 10 миллилитров, точнее есть, когда получила в прошлом году, я с ним вообще не подружилась. Он мне напоминал, будто бы смешали от Avon Viva La Vita и Rare Flowers Night Orchid. Почему-то он мне не понравился. Потом он настоялся, прошло больше, чем полгода. Я его открыла, и просто я им не могу надышаться. Он как действует как на кота мята, валерьянка. Поэтому не знаю, что в нем такого интересного. На день рождения недавно заказывала такой же 30 мл. Выбирала в подарок, только не Bloom in Love, а классический Mon Rouge. Еще не открывала, там больше через флакон слышу пачули, интенсивный такой аромат. Вот эти вот хорошие наборы, ароматы для женщин, моменты счастья, Soul Elixir, Purple, Commune and Evidence, и с набором с часами. Вот этот, конечно, хорошие наборчики. Из мужского вот такие вот. Туалетная вода тоже есть с часами наборчик. И здесь наборы. Так.
показала. Аромат морского бриза, аромат цветов полей Бреттани. Это наборчик. Вот этот за 329, в принципе, неплохой. Нежность ромашки, идет дезодорант и крем. Для волос вот этот тоже выгодный, я считаю, за 729. Идет шампунь для укрепления роста волос, бальзам, кондиционер и сыворотка для укрепления. Также набор питания и восстановления. И вот этот неплохой набор. Идет тушь, длина и уход. И экспресс-демакияж с васильком. Ну и вот финал. Такие вот цены. Также тут есть купоны, обратите внимание. Скидка на один продукт в бутиках и в Роше до 31 января. Вот так вот. И можно с промокодом ЗНЫШКА получить 30% на один продукт на сайте и в Роше. Обратите внимание. Вот такой у меня получился обзор. Если вам понравилось, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. У меня много чего интересного. Есть специальный плейлист и в Роше. Можете зайти посмотреть, если вам интересно. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.